На улице Петрова приступили к разбору первого подъезда аварийного дома номер 9. Напомню, там на несущих стенах появились трещины, отдельные элементы конструкции выпали. Жители оказались под угрозой, но всех удалось эвакуировать. По техническому заключению экспертной комиссии Федерального центра науки и высоких технологий строение было признано непригодным для жилья. Конечно, ломать не строить, но в данном случае строители выполняют практически ювелирную работу. В любой момент может произойти обрушение, поэтому приходится быть особенно аккуратными. Начинают, само собой, с кровли. Постараемся максимально аккуратно, без полного обрушения на первом этапе, разобрать. Ну и постараться максимально сохранить имущество и, по возможности, вытащить имущество граждан из демонтируемых помещений. Строительная компания планирует закончить разбор первого подъезда до 10 октября. Далее будет проведено обследование оставшихся двух подъездов. И по решению экспертной комиссии вынесено решение либо о реконструкции, либо о полном сносе дома. Анастасия Алексеева, Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков. Республика.